Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня нашу рубрику «100 грамм красоты» посетила красавица CA Cupid из линейки кукол Monster High. Сегодня мы будем с вами рассматривать CA Cupid из коллекции Sweet 1600. Напомню, что она еще выпускалась в базовой серии. Если вам будет интересно посмотреть распаковку куколки, то ссылку я оставлю вам в описании. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Беливикс или ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А мы начинаем рассматривать нашу куколку. Ученица CA Cupid значительно отличается от всех остальных монстров тем, что эта девочка является героиней мифа. Кьюпид – приемная дочь древнегреческого бога Эроса, а он, согласно мифологии Древней Греции, является сыном богини любви Афродиты. И именно поэтому в школе монстров Купидон тоже отвечает за все сердечные дела учащихся. В школе монстров Кьюпид еще и ведущая радиошоу, которое пользуется популярностью у учащихся всей школы. На своем шоу девушка в прямом эфире отвечает всем монстрам на интересующие их вопросы, которые касаются взаимоотношений с противоположным полом. Саму Кьюпид влюбленность совершенно не интересует, но она говорит, что ее лучшим другом станет тот, кто в нее по-настоящему влюбится. У девушки нет домашнего питомца, но ей очень хотелось бы иметь друга. Правда, она не может себе представить, как из всех пушистых зверюшек можно выбрать кого-то одного. Купидон – это очень красивая девушка, которой нравится, когда в нее кто-то влюбляется. Ох ты, я прям в рифму. Скинтон куколки невероятно белоснежный, а на щеках куклы легкий румянец, что создает такой игривый характер. Даже формы лица героини имеют форму сердца. Глаза небесного цвета обрамлены пышными черными ресницами. На смертельно бледных губах ярко выражено алое сердце. На ее нежно-розовых волосах есть словно ободок из скрученных прядей волос. Завершается он сердечком. Ушки украшены белыми сережками в виде стрелы и лука. За спиной прикреплены крылья в виде белых костей, которые смотрятся весьма мило и к тому же позволяют ей не быть белой вороной среди монстров. Платье выполнено в розовых тонах с черными орнаментами из сердечных гербов по низу. Верхняя черная часть платья напоминает фартук домохозяйки. И благодаря такой мелкой детали вышел такой образ девушки 50-х годов прошлого века. Абсолютно романтично и миленько. Ножки и кисти рук стилизованы ажурными узорами под кружева. На пальце правой руки красотки красуется кольцо в форме лука и стрела амура. Также у красавицы нельзя не заметить сумочку в форме сердца. Босоножки Купидон – это целая песня. Они состоят из десяток переплетенных между собой белых и розовых воздушных сердец. Один каблук выглядит как лук, а другой в виде стрелы. В комплект кукле 1600 прилагается подставка, расческа и карточка, ну а также сумка. Кстати, стоит отметить, что подставка розового цвета, а к базовому варианту также прилагается подставка, сумка, расческа и дневничок. Мое мнение, что эту красавицу можно определить в статус не только игровой категории кукол, но и в статус взрослых кукол. Невероятно вышел красивый образ 100 грамм красоты. Красота – великая сила, она 100% спасет мир. До ужаса в хорошем смысле симпатичная куколка с крутыми аксессуарами и шикарным аутфитом. Вам нравится Купидон? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, ставить лайк под этим видео и находить меня ВКонтакте и Инстаграме. Предыдущие выпуски смотрите на моем канале или по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Все ссылки ждут вас в описании. Be cool and crazy. Пока-пока.